Так, у нас сегодня торжественный день. Первый выезд на велосипеде Игоря нового. Игорь немного волнуется, потому что велосипед вызывает в нем очень волнительные чувства. Игорь, скажи что-нибудь, что ты чувствуешь? Волнение чувствуешь? Дива, а что ты чувствуешь? Ничего, ничего. Ну как, ты везешь велосипед. Дима. Что? Я чувствую опасность. Опасность. Ну все, давай Игорю. Пусть она пробует. Так. Забыл уже как, да? Отойди, Дима. Старые навыки. Не, подвели. Катается, катается. А рядом бежит мальчик с ним. Ну как? Ну хорошо, вот оно свершилось. Новый велосипед Игоря. Тормозом, у тебя два тормоза. А вон и ручки, видишь? Мне кажется, что седло низко. Сейчас я подниму. Да нет, мне нормально. Нормально? Да. Ну хорошо.